происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной нити. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучимся с ним. Со мной прошло 35 лет. У героев счастливо сложилась семейная жизнь. Родились и выросли дети. Дочь у Жени и Нади Лукашины. Дочь у Пашки. Дочери у Мишки и Сашки. Сын у Ипполита и Гали. Наши герои сменили развалившийся Советский Союз на надежную Америку. Жизнь нашла своим чередом. Дети взяли очень много от своих родителей. И особенно традицию 31 декабря ходить в баню. Итак, 31 декабря 2006 года. Северо-западная окраина Чикаго. Ой, как хорошо, девочки. Ой, не говори. И Новый год у нас. Ой, неужели мы это сделали, отдыхая? Ой, девчонки, хорошо сидим. Не расслабились, у меня промахала весь день. А домой. Надо еще один бокал, и я тут усну. Ой, девчонки, все покали, все устали. Еще по одному и по домам. Надо всем хорошо выглядеть, Новый год на носу. Девочки, не переживайте, я никогда не пью. Еще мартини! Вау! Спасибо! Благодарю! Вау! Ой, девчонки, в этом году я не должна ни в коем случае провинтить. Я в прошлом году должна была встречать Новый год со своим женихом, а он свалит своим друзьям. Пожелаю. Девочки, не стоит. Ленка, чтоб ты наконец-то в этом году уже вышла замуж. Ой, Ленка, спасибо. Дальше судьба наших героинь вполне предсказуема. Выпили еще за всех за нас, за наступающий Новый год. И в итоге Линочку затолкали в такси вместо Леночки. Такси привезло ее в Манделай, на третью улицу, к типичному таунхаузу, который одна предприимчивая фирма настроила великое множество во всех районах Чикаго-Лэнд. Это моя квартира. Там... Я здесь с мамой живу.
Что ты тут делаешь? Это я здесь с мамой живу. И сейчас придет, между прочим, мой жених и вытолкает вас отсюда. Ну, сейчас придет моя невеста похоронить тебя вместе со мной здесь. Твоя невеста придет ко мне домой искать тебя у меня дома? Да ты с ума сошел? Это мой дом. Третья улица, но дом 12. Но это мой дом, третья улица, дом 12. Нет, это мой адрес. Третья улица, дом 12, Виллинге. Это Манделайн. Манделайн, ты с ума сошел? Это не Манделайн. Еще же мы мебель переставил. Как твоя мебель? Это моя мебель. Я купил ее у Саймона за 2200. Нет, это я купила ее у Саймона за 2500. Жан, за чужие тарелки стоят. И люстра чужа, где я? О, ты уже начинаешь трезветь. Давай быстрей, быстрей. О боже, так это я в Манделайне? Господи, надо же было так напиться. Подожди. Мы были с девчонками, девичник, пошли в спа, напились. Ой, меня ж вместо Леночки в такси засунули. Так что ж теперь делать? Вали! Вали отсюда! Все, это пришла моя невеста. Поздравляю тебя с Новым годом, вот тебе подарок. Ой. Трусики с Викторией Сикрет. Ой, зачем такой дорогой подарок? Я так по тебе соскучилась, милый. Ой, дорогая, я тоже по тебе соскучилась. У меня тоже есть для тебя подарок, но он в комнате. Но сначала я должен что-то объяснить. Потому что я прихожу домой, открываю дверь, на диване лежит какая-то женщина. Женщина? Какая женщина? Какая-то пьяная женщина. Я поливал ее из чайника. Приготовил. Я тебе сейчас все объясню. Они устроили девичник в бане. Напились. Ее посадили в такси. По ошибке она приехала сюда, в этот адрес. Ключ подходит. Одинаковые замки из Минардс. Он не виноват. Хочу выяснить одну маленькую деталь. Кто это? Понятия не имею. Как это на тебя похоже? У тебя в постели женщина, а ты не знаешь, как она сюда попала? Вот на третьей улице, дом 12, но только в Виллинге. Что вы все время покаете? Ты не должна мне ревновать. Ты не должна мне ревновать. Это глупо. Не должна, но я ревную. Ты должен меня понять. Я прихожу, а у тебя в постели незнакомая тёлка. Вот тебе за это мой подарок. И за Кири. Спасибо, дорогой. Не будем открывать. Пусть думают, что нас нет дома. Да. Но мне была моя дверь. Там на улице ничего не поймаешь. Ой, да и кэша у меня нет. Может, заплатите за меня? А я вам чек оставлю. Не догнала ее, она ездит быстрее, чем я бегаю. Я знаю. Тебя как зовут? Лина, тебя? Марк. 2 минуты до Нового года осталось. Давай выпьем по этому поводу. Thank you.
Можно я спою? Можно, наверное. Thank you.
девчонки, ничего не понимаю, ну никогда же не пьянею. Ой, как я рада, что ты, Линочка, и ты, и Полит, помирились. Да ну, ребята, хватит вам уже целоваться. Как мы рады, что вы нашлись. Девчонки, мой Марик приехал. Девочки, ничего не понимаю. Мне кажется, что один из них не Полит. Но то, что один из них Лина, это точно. Девчонки, я так рада, что вы круто изменили мою жизнь, что судьба забросила мне Мандалай, и что в Мандалайне есть такой же дом, такая же улица, иначе я никогда не была бы счастлива. Мы не были бы счастливы. В ролях, в роли Линочки, Линочка! В роли Леночки, Леночка! В роли Марика, Маркеша! В роли девочек, подружек, Нелочка, Леночка, Мариночка. В роли друзей, музыкальное оформление, друг жениха, а также звонок и официант, Сереженька и Гришенька. Помашите маме ручку. С Новым годом! С Новым годом! Главный режиссер и постановщик, сценарист Гришаня и генеральный продюсер Ларисочка.